20 декабря 2022 года на Netflix вышла первая часть аниме-фильма «Семь смертных грехов. Гнев Эдинбурга» от студий Alfred, Imageworks и Marvy Jack. Что же до продолжения, то его мировая премьера состоится на Netflix в этом году. Если точнее, вторая часть оригинальной истории о Тристане, сыне Мелиудаса и его жены Элизабет из «Семи смертных грехов» появится на стриминговом сервисе 8 августа. Это подтверждает и трейлер второй части фильма. Оригинальная манга «Семь смертных грехов» публиковалась в Weekly Shonen Magazine, издательство Kodansha, в 12-20-х годах и собрано в 41 том. Франчайз «Семь смертных грехов» включает в себя мангу, аниме и не только. С января 2021 года Weekly Shonen Magazine публикует продолжение фэнтези-манги «Судзуки», серия «Четыре рыцаря апокалипсиса». По четырем рыцарям выйдет телевизионное аниме. Премьера сериала намечена на 8 октября. Is mysterious because you are behind a fake exterior. Interior, you know, will always be a bit.